Всем доброго дня! У нас на обзоре зеркала в стиле Mercedes-Benz на всю линейку АвтоВАЗа. Данные зеркала есть как на Ниву, на Ниву Chevrolet, также на модели Самары, десятки, Приоры, также на модели Ларгус. Вот, и сейчас немного покажем их в работе, как они работают, как они выглядят. Вот, вариант исполнения — это электрообогрев. Зеркала не крашеные, бегущий поворотник, вежливая подсветка снизу. Вот. Также электропривод складывания зеркал. Первый режим — это у нас бегущий поворотник. Далее режим вежливой подсветки. В темное время суток очень полезная вещь. Вот, то есть видно, что находится под машиной. И также режим складывания. Вот таким вот образом он работает. Открываются и закрываются зеркала с помощью смены полярности.